Подготовка к внеочередным парламентским выборам в Азербайджане организована на высоком уровне, а избирательное законодательство соответствует международным стандартам. Об этом заявил первый заместитель генерального секретаря СНГ и глава наблюдательной миссии Межпарламентской ассамблеи СНГ Леонид Анфимов на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии Мазахиром Панаховым. По словам Анфимова, в Азербайджане царят мир и стабильность, что, естественно, положительно влияет на избирательный процесс. Хочу сказать, что вот предварительные результаты нашего мониторинга показывают, что Центральная избирательная комиссия Азербайджана провела очень большую подготовительную работу по проведению избирательной кампании. Сформированы окружные и участковые избирательные комиссии, проведены обучающие семинары и тренинги с председателями и должностными лицами избирательных комиссий Азербайджана на уровне окружных и участковых избирательных комиссий. Миссия посетила, сколько позволило время, ряд районов Азербайджана, посетила окружные участковые избирательные комиссии, посмотрели техническую готовность к проведению выборов, приняла участие в заседании Центральной избирательной комиссии. В свою очередь, глава наблюдательной миссии Шанхайской организации сотрудничества Нуран Ниязалиев выразил удовлетворение тем, что принимает участие в мониторинге парламентских выборов, и подчеркнул, что миссия будет внимательно отслеживать весь процесс. Он также отметил, что выборы, запланированные на 1 сентября, пройдут в свободной, демократической и прозрачной атмосфере. Наши международные наблюдатели будут посещать избирательные участки на территории столицы Азербайджанской Республики, а также, возможно, и за пределами города Баку. Наша главная задача – это, конечно же, наблюдение за процессом проведения голосования, выборов. Наша миссия руководствуется такими принципами, как невмешательство во внутренние дела, объективность, беспристрастность, прозрачность и, конечно же, политическая независимость. Поэтому для нас самое главное – это наблюдать, как будет проходить само голосование. Глава миссии Шолс также отметил, что каким бы ни был результат, миссия даст свою независимую оценку. Организация имеет большой опыт в проведении наблюдения за выборами в государствах-участниках и партнерах Шолс по диалогу. В целом эксперты выражают уверенность, что предстоящие выборы пройдут успешно, впервые дав жителям Карабаха возможность проголосовать в своих округах. Мы уверены и надеемся, что эти выборы пройдут демократично и безопасно, соответствуя международным стандартам и не оставят ни у кого сомнений. Эти демократические выборы имеют для дружественных и братских народов Азербайджана и Турции огромное значение. Высокая явка населения укрепит власть как на международной арене, так и внутри страны. Впервые в освобожденном регионе Карабаха люди, начавшие там жить, смогут проголосовать в своих избирательных округах. Это будет их первый голос в своем округе, у избирательной урны. Это важно и значительное событие, вызывающее чувство гордости. Кроме того, председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов встретился с делегацией Пакистана, с миссией международных наблюдателей Туркпа, с делегацией Мальдивской республики, с миссией наблюдателей от Организации исламского сотрудничества, представителями Сената Румынии. Председатель Центризбиркома подробно проинформировал гостей о подготовке к избирательному процессу, который пройдет 1 сентября. Сабина Мурадова, Весел Аликперов, CBC.